Здравствуйте, новости спорта на ТНВ, в студии Айрат Шамилов. Сухой лист, так футболе называют редкое явление, гол прямым ударом с углового. Накануне в нижнекамске болельщики могли увидеть это уникальное явление. Полузащитник местного нефтехимика, воспитанник Казанского Рубина Алишер Джалилов забил гол в ворота Томи с углового удара. Команды сыграли в ничью, но матч получился интересным. Любители футбола смогли увидеть сразу 6 результативных атак. В составе нижнекамского клуба блистал Игорь Портнягин. Нападающий пропускал 3 последних матча из-за дисквалификации. Форвард дважды поразил ворота Томи с пенальти, который сам и заработал. Теперь на его счету уже 7 голов. И он единолично возглавляет список лучших бомбардиров ФНЛ. В отличие от Портнягина, Алишер Джалилов забил свой первый гол на профессиональном уровне. Повезло, конечно, мы так не разыгрывали. Я просто хотел на ближнюю штангу подать. Так получилось, срезался и гол в ворота попал. То могли сегодня выиграть даже. Мы во втором тайме могли и проиграть, конечно, но расстроиться, что не выиграли сегодня. Сегодня стало известно, что сразу 4 игрока «Рубина» попали в расширенный список сборной России. Роман Шаронов, Алан Касаев, Александр Рязанцев и Владимир Дедюн. Тем временем стало известно, что в матче «Рубина» и «Зенита», который состоится в четверг, сможет принять участие защитник казанцев Сальваторе Боккетти. Его дисквалификация временно приостановлена. Напомним, что Боккетти получил прямую красную карточку в матче с «Волгой», уже пропустил 2 встречи. Контрольно-дисциплинарный комитет премьер-лиги дал итальянцу 3 месяца испытательного срока, так что его дисквалификация еще может быть возобновлена. И легионеру Рубина стоит быть внимательнее и не получать неоправданных предупреждений, как это было в матче с нижегородской «Волгой». С соседями из Нижнего сегодня встречается молодежная команда хоккейного «Барса». В Казани продолжается турнир памяти Юрия Моисеева. Накануне обе татарстанские команды «Реактор» и «Барс» одержали победы. Нижнекамская молодежь в основное время выиграла у нижегородской «Чайки», а «Барсы» смогли одержать волевую победу над ярославским «Локо». Проигрывая 3-1, победили 4-3 в серии после матчевых буллитов. На игре были тренеры основной команды Сарматин, Соколов и Абрамов, также игроки «Барса», которые в разное время либо играли на турнире памяти Моисеева, либо работали под руководством мэтра. Турнир имени Юрия Ивановича Моисеева. Вот он именно воспитывал у нас эти качества. Любовь к труду, дисциплину на льду. Ну, те качества, которые присущи любому хоккеисту. Я играл год 4 назад. Но, судя по игре, довольно-таки накал такой сильный. И ребята борются до конца, показывают хорошую игру. Мне кажется, что мы играли, что они играют. Один и тот же хоккей. Жарко на льду и в Нижнекамске, где местный нефтехимик продолжает готовиться к сезону. Часть суммы, которую клуб выиграл на турнире в Челябинске, команда и менеджмент приняли решение передать семье Ремира Хайдарова. Хоккеист Тюменского «Рубина» и воспитанник «Барса» трагически погиб этим летом во время пожара на собственной даче. В свое время Хайдаров защищал цвета нижнекамской команды. По решению, с ребятами разговаривали, пришли к мнению, то, что часть, не буду говорить сумму, ничего, но часть премии пойдет от семьи Хайдарова Эльмира. Это как бы заверяю точно, потому что это решение команды, потому что деньги это командные. Вот часть пойдет туда, часть они распределят там не то что себе, а именно на нужды. Сегодня в Казани состоялась встреча президента Рустама Миниханова и генерального секретаря Международной федерации студенческого спорта ФИСУ Эрика Сайтандронта. Делегация ФИСУ посещает Казань в рамках подготовки к проведению очередного заседания исполкома организации. Внеочередное заседание Генеральной ассамблеи ФИСУ и церемонии награждения лучших атлетов ФИСУ «Гала». На этом наш выпуск завершен. Привет всем участникам группы «Хоккей на ТНВ». Все отлично.